Могу сказать, что в расследовании этого скандала в первую очередь заинтересован исполняющий обязанности губернатора Воробьев, потому что то, что там было, это, конечно, полное безобразие. И в первую очередь господин Воробьев должен проследить, чтобы в ближайшее время правоохранительные органы довели расследование этого дела до суда. И все те люди, которые занимались явно незаконным подкупом избирателей, понесли ответственность, потому что в противном случае тень ложится на исполняющего обязанности губернатора.